В старом здании Театра юного зрителя прошел благотворительный бал «Спешите делать добро». Участниками мероприятия стали люди, сумевшие пройти через саму болезнь в стадии лечения, реабилитации, а также саратовские врачи, министры и общественники. На вечер приехал и депутат Государственной Думы Евгений Примаков. Он отметил, что главное для людей, попавших в такую ситуацию, это поддержка. Это всегда встреча с людьми невероятной храбрости, которые встретили вот эту страшную совершенно болезнь и борются с ней, и преодолевают ее, и побеждают ее. Я считаю, что надо поддерживать их любыми способами, любыми возможными, привлекать внимание к этому. Организатор вечера Наталья Биюн, она сама прошла лечение от онкологии. Она отметила, что тем, кто попал в такую ситуацию, оказывается не только материальная, но и психологическая поддержка. В регионе людей стало поддерживать действительно лучше, чем несколько лет назад, это правда. А это мероприятие мы делаем для того, чтобы люди не пугались, когда им говорят рак. Да, рак – это страшное заболевание, но сейчас оно излечимо. И главное вовремя. И самое главное, что не нужно бояться ходить к врачу и проверяться. В фойе ТЮЗа организовали выставку картин саратовских авторов. Все желающие могут приобрести любую, вырученные средства пойдут на лечение онкобольных. Также на вечере объявят сбор средств 6-летней Маргарите, девочке нужны лекарства и протез. На все это необходимо 100 000 рублей. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов 24.